выпускаю шасси. Приготовились. Шасси вышло. Карл Батин, Виктор Даунвин, Тайн, Таус. Я ставлю закрылок на положение лыжи. И выпускаю полностью воздушные тормоза. И вот сейчас у меня снижение по больше 5 метров в секунду. Вот. И я не буду делать, выполнять полную коробочку, а я, как на самолетах делают при отказе двигателя, такой орбитальный заход называется. Ну вот сейчас смотрю, более-менее, да, сейчас доворачиваю. Тут я пока не трогал интерцепторы, могу чуть убрать интерцепторы, чтобы подлететь поближе к своей посадке, потому что если мы здесь сейчас сядем, то долго будем потом планер толкать. Ну вот. Я сейчас лечу на маленькой высоте над полосой, убрав полностью воздушные тормоза на одном закрылке. Лечу. Вот выпускаю тормоза, чтобы просто приезжать уже планер. И поскакали. Выскакиваю на полосу и проверяю, если у меня тормоза гидравлические. Есть. Это нужно сейчас увидеть и зачем, потому что настоящие планеристы, они боковичок, в общем-то, чувствуются. Ленивые люди, потому что они не любят пешком ходить, они любят езжать к собственному домику, подъезжать и сразу парковаться так, чтобы не надо было даже планер откатывать, перекатывать.